Началась работа депутатов с радостного события. Двух народных избранников наградили медалями за вклад в развитие города. А первым и основным вопросом сессии стало назначение публичных слушаний о внесении изменений в устав города. Такое решение депутаты могут принять только после широкой оценки общественности и специально созданной комиссии. 131 закон, который изменяет местное самоуправление, там касается и выборной системы. Помните, там, что депутат избирается по разным, по районам и так далее. И, допустим, как избирается глава. Там ряд других изменений, которые идут, их надо просто-напросто рассмотреть. Но есть прерогатива, которая дается региону, то есть законодательному собранию. И есть те права, которые остаются у нас, представительного органа городского собрания. Общественные слушания пройдут 28 июля. Вторым принятым решением депутатов стало увеличение дорожного фонда города. Дополнительные ресурсы понадобились для оплаты строительства моста в поселке Дитляшка. В следующий раз депутаты встретятся 31 июля.